Друзья, всем привет! Решил я в этой зоне сделать себе откидной стол и рабочую зону, потому что вот этого стола мне катастрофически не хватает. Давайте посмотрим, что с этого выйдет. И для начала мы займемся каркасом под стол. Теперь в этом уголочке нам необходимо сделать два отверстия. Вот таким образом навесики приварил. Все очень надежно. Друзья, кому интересно это чудо струбцина, ссылочка будет в описании под видео. Лучшей надежности закручивать я буду насквозь. К сожалению, сверла на перфоратор у меня не нашлось, значит будем испытывать дрель. Вот так это все выглядит, надежно, очень. Так, двигаем дальше. Итак, друзья, вот такая красота получилась. Вот такое рабочее место. Сейчас основные моменты еще покажу. Это крепление ножек к стене. Все очень надежно, прочно. Никуда ничего не денется. Крепление ножки, чтобы она не падала, сделал вот так вот. Обычный держатель для труб. Садился, все держит крепко. Ничего никуда не денется. Это мое старое рабочее место.
все, теперь будем заниматься на новом. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч!